уже пошло. Приветствую, дорогие друзья, мы с вами связали Антон и его компания. Продолжаем разговор о кармической штукатурке. А именно, кармическая перламутровая штукатурка. Вот еще, наверное, так, вот так вам нравится. Значит, мы здесь сделали первый слой подложки. Ближе ко мне подходите. Так, и посмотри, как она будет играть. Не так, может, близко, так, чтобы она просто, если видно, что она играет, или играет. Вот так вот. Она так. Да, вот так ее. Не, почему я давать не держится. Подожди, я сейчас давай с тобой своей рукой. Приблизи. Потяжи там. И раз, и два, и три. А ты по рукам. Понял, да? И там вот потихоньку. Итак, кармическая. Это мы сделали первый слой. Сейчас пробуем. Не удержался. Сделали финиш. Финишное покрытие. Здесь мы используем уже пластиковые полотерочки. Чем пластиковая от металлической, ну, во-первых, она легче. Второй момент, что она такая, например, лодочка, что так лодочка, что так лодочка. То есть они гораздо легче настраиваются под вашу руку, чем металлический. Металлический не знаю, сколько там дрейва. Обтесывай, чтобы он, так сказать, вам стал лодочкой. Хотя есть у нас и такие. Но суть в другом. Пластиковые шпатли, швейцарский сокол. Вот мы нанесли, да, вы видели, какие движения, круговые движения я сделал. Восьмерочку. Теперь его насыпь, ну, не то, что насыпь, а убрал от красочки, да, и теперь еще раз уже. Приблизим, показал, удалил. Тоже там есть определенные ближний, дальний, да. Это крупный план, средний план. Макро, вот и получается. То один план, то другой, то третий. Кто у нас сегодня Максим Дефиратор? Наш младший научный сотрудник. Все, убираем за соплесточек. Штукатурочка у нас готова. Все, ничего такого сложного. Так что, ребята, не перемещайтесь, давайте с нами далее будем.